Решила Танюша рассказать всем вокруг, что все вокруг мудаки. Подставили бедную, фоточки слили и шлюха ее нарекли. Но вот незадача, забыла она, что в переписках все есть. Пришел Лшипед и пруфы с собою принес. Всем говорила, что Владик козел, подлец и негодяй. Что бил он ее, изменял по КД и фотки всем показал. И даже в посте показала всем фото, как Влад ее избивал. Хотела надуть всех, но надулась сама, за что баллон ее наказал. Пыталась утешиться дотером Рамзиком, но он ей сюрприз преподнес. Сгулял тот налево и букетик Танюше принес. Не то что хотел, а то, что она будет лечить еще множество лет. Озлобилась Таня на всех тупых мужиков. Нашла на Владову бывшую даму и предложила, как им отомстить. Давай на него напишем заяву и педофилом его назовем. И вроде все круто, план мести готов, но что-то снова не так. Озлобилась Таня и слила инсту. План мести пошел попиздить. Но оказалось, что наша малышка общение с Владом не пресекла. Теперь говорит всем, что Влад ни при чем, что фото в сеть слил вовсе не он. И вот хэппи-энд, но как бы не так, ведь нужно ей вновь хайпануть. Решила сказать им, что братишкин наркоша и давно сидит на игле. Ну а в чем проблема, сама же она на почту любит ходить. А что же там с Владом? А он снова козел. Хоть и козел, но зато при деньгах, поэтому Танечка с ним. Пусть осуждают, говорят, что ты шлюха, но ведь парней было 2 или 3, а может и 8, а может и 20. Кто же упомнит их всех? Но если все спросят, чья девочка ты, ответишь, конечно, твоя.